Образовательные учреждения к учебному году готовы. Такое заключение дала специальная межведомственная комиссия. Сегодня состоялся третий заключительный этап приемки. Вот мы сейчас будем встречаться, на этой неделе будем встречаться с математиком, потому что мне очень важно и интересно. Не просто резюме и телефонный звонок, а очень важно. Человек работал в старших классах. Инспектировать вторую школу глава города Елена Молдаван, она же председатель межведомственной комиссии, начинает из выяснения одного из важных вопросов – кадрового обеспечения. Исполняющая обязанности директора Наталья Круч говорит, еще недавно в школе была острая необходимость в учителях математики, иностранного и русского языков. Но теперь штат полностью укомплектован. Подбором вакансий занимались по принципу «профессионализм плюс любовь к детям». Практически все светильники в кабинетах заменены, потолки выбелены, дверные блоки, вот эти противопожарные, заменены на почти на всех этажах. Медблок отремонтировали. Комиссия осматривает сделанный ремонт. Этим летом в школе заменили часть окон, отремонтировали 6 классов и полностью обновили оборудование пищеблока. В этом учебном году повара будут готовить для школьников на новых плитах и пароконвектоматах, печках и сковородах. Серьезно обновилась и образовательная среда. В рамках национального проекта образования арсенал школы пополнили интерактивные панели, компьютеры и микроскопы. Мы уже работаем винтом. Так, все. Пыльца. Давайте сюда берем. Огромную работу по подготовке к 1 сентября проделали и в 4-й школе. В кабинете информатики заменили мебель и компьютерное оборудование. Организовали класс виртуальной реальности. Это новое приобретение у нас в этом году. Этого года, да? Да, это электронные конструкторы Arduino. На класс и мобильный класс виртуальной реальности. 3 шлема, 1 для учителя и 2 для ученика. В рамках текущего ремонта в фойе заменили напольную плитку, в некоторых кабинетах линолеум, а на прилегающей территории смонтировали новое освещение. Всем работам комиссия дала положительную оценку. Такую же получили все, без исключения, образовательные учреждения. Детские сады и школы города к новому учебному году готовы. Комиссия обращала особое внимание на соблюдение требований пожарной безопасности и антитеррористическую защищенность объектов. Проверялась работоспособность систем жизнеобеспечения. На сегодняшний день все акты подписаны, и мы с большим нетерпением ждем детей. Татьяна Козырь, Сергей Лукович, новости Муравленко.